Ну, здорово. Значит, причапали вы к нам с самого ПЗАП. Пробрались по путепроводу через все баррикады, что мы там наворотили. И в конце попали под раздачу наших доблестных саперов. Что ж, поздравляю! Теперь мы все вместе в одной большой ловушке под названием Припять. Отныне мы одна команда. И вы будете работать на меня. Осмотритесь тут, поищите чего полезного, ну и обустройте свой подвал. Потому что к себе я вас не пущу. Чего зенки вылупили? А вдруг облава? Нельзя нам в одном месте яйца высиживать! Да и лишнее теплое место под этим морозным куполом явно не повредит. Тут, конечно, теплеет. Снежок там тает, все дела. Но по ночам... В общем, у нас тут не курорт, но терпимо. Главное, что монолитовцы нынче куда-то слиняли и под ногами не путаются. Правда, есть ощущение, что и это ненадолго.